Фестиваль «Арт Атом Сити» приурочен к празднованию 60-летия атомного ледокольного флота России. Мероприятие проводится среди городов-участников проекта «Школа Росатома» и направлено на развитие талантов детей и подростков в области изобразительного искусства. На втором этапе фестиваля, который проводился в Десногорске, приняли участие 49 учеников городских школ, а также представители Дома детского творчества. Участники были представлены 4 возрастными группами, а общий возраст художников был от 3 до 18 лет. В зависимости от возрастной группы, ребята выполняли работы в номинации «Станковая живопись», «Декоративно-прикладное творчество» и «Стрит-арт». Мастерство исполнения оценивалось жюри, в составе которого были учителя и преподаватели художественного мастерства. Этот фестиваль для некоторых участников стал очередным этапом в их творчестве и стимулом к дальнейшим победам. Я буду все совершенствоваться и совершенствоваться. Не буду останавливаться и, надеюсь, еще много чего займу. Я постаралась, получила диплом, и, пожалуй, это меня радует, и я в дальнейшем буду пытаться продолжать работать. Следующий финальный этап пройдет с 15 по 17 мая в городе Заречный Пензенской области. Туда будут приглашены участники, которые набрали наивысшие по оценкам жюри баллы. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.